Мы миновали отметку 1500 километров над уровнем моря. Сейчас спускаемся немножко вниз, как нас ведет пешеходная тропа. Видно тут небольшую деревушечку. Буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть домиков я вижу, семь. Вон из дальнего пара идет. Пейзажи нас окружают вот такие вот. Эй, фокус, фокус. Ну, возьмись. Хорошего мальчика. Простите, я старался. Макс, наша дорога. В общем, после, собственно, где-то метров, километров 300, километров 400, начался снег. Дорога в снегу тире во льду идет. С одной стороны, конечно, идти проще, но с другой стороны, наледь где-то мешает. Приходится быть очень аккуратным, дабы не подскользнуться. Вот, идет снег. Ветер, ну, я сказал бы, не то чтобы даже слабый, умеренный такой, не знаю, будет видно движение снежинок на камеру. Вот, но видно, что они летят под хорошим углом, с хорошей скоростью. Вот, в принципе, немножко похолодало уже. Ну, а мы идем дальше. Вот, вот туда вот, в туманы, в облака.